Всем привет, друзья мои! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Приятного аппетита всем, кто кушает и смотрит это видео. Ну что, поехали! Сегодня у нас длинная распаковка, достаточно объемистые посылочки, поэтому, ребят, советую вам Чайковского, Кофейковского навести. И мы, пожалуй, давайте начнем. Итак, что у нас здесь? Здесь, ребята, откровенно вам скажу, босяцкий подгон от компании Ромас. Списался я с их представителем, попросил на обзор чего-нибудь интересного в виде пауэрбанков с условием, единственным условием того, что я не буду никак обязан компании Ромас, то есть не должен именно прорекламить товар, а именно его проверить. То есть получил на это полный карт-бланш от менеджера, ну, со словами, проверяйте за продукцию, не стыдно. Поэтому сегодня у нас будет распаковка, потом мы, естественно, все это дело понапроверяем. Но я знаю, что реально не стыдно, потому что у меня Ромас Powerbank есть, и ему, наверное, уже года два, и он постоянно в работе. То есть супруга его использует в качестве зарядного устройства. Я думаю, вы понимаете, да, не у всех рядом с кроватью есть зарядка, поэтому неохота куда-то там тянуть удлинители, поэтому днем он заряжается, а вечером к нему цепляется телефон, и, соответственно, он уходит в работу. И вот два года он верой и правдой, но он на 10 тысяч миллиампер, как бы, ну, я не скажу, что как-то она им недовольна. То есть верой и правдой служит, все шик, красота. Вот. На все это дело, естественно, я оставлю ссылочки в описании, то есть посмотрите. Ценник не маленький, но и продукция, я бы сказал, бы качественная. Ну и что еще мне нравится, что приходит это дело все курьерской службой. Вот, не надо никуда на почту вот эти вот очередя, бабушки вот эти бесячие. Ну, вот, пришел, заполнил. Уехал домой. Это с деком отправлялось. Ну, судя по коробочке, вы видели. Так, это у нас кабель. Раз. Это Type-C на USB. Далее. Две. Это у нас второй кабель. Три в одном называется. То есть это, видимо, на все случаи жизни, на любой телефон. И с Type-C, микро-USB и Lightning от яблочной продукции. Далее, что у нас еще? Еще один кабель. Это у нас Lightning на USB. Ну, у меня такого телефона нет. О, так, Powerbank на 10 тысяч миллиампер часов. И еще один Powerbank. О, вот этот самый такой крупничок. Это у нас Powerbank на 30 тысяч миллиампер часов. Называется он Sense 8P+, с экраном. Ну что, давайте с проводов, наверное, начнем. Это самый простой. О, так. Самое важное в проводе, ребят, как вы знаете, это толщина. То есть, чем толще провод, тем толще в нем сечение кабеля. И, ну, соответственно, еще из чего кабель сделан сам. Ну и, соответственно, чем все эти параметры лучше, тем больше он через себя ампер пропускает. Это у нас Lightning. Ну, достаточно такой плотненький, толстенький провод. Я думаю, 2 ампера он через себя легко пропустит. Я, правда, не знаю, вот на как у нас яблоки заряжаются. Есть ли у них там какие-нибудь там быстрые зарядки, или они... Я не знаю, честно, вот я такой себе любитель яблочной продукции. Знаете, вот, да, мою нелюбовь к этому чудо-бренду. Ох-ох-ох. Так, серенький. Тут что у нас? Ага, тут у нас идет тканевая оплеточка. Так. USB. И здесь у нас на 3. Такой Змей Горыныч трехголовый. Микро-USB, Type-C и Lightning. Так. Тоже достаточно такой на ощупь приятный провод. Ну, по всем характеристикам, по длине и прочим таким важным вещам мы уже пройдемся в обзоре. Здесь я не Дима, не устаю это повторять, какой-нибудь вайпер. Я
в распаковках обзоры не делаю. То есть мы просто смотрим, как это все дело выглядит. На этом все. Вот. И это у нас должен быть Type-C. Я так подозреваю. Да, Type-C кабель. И здесь у нас... Оп. Так. Да, Type-C. Такой, видите, брендированный. С надписью Ромас, тут все дела. Так, ну, все с этим понятно. Единственное, конечно, пока непонятно, как провода проверить. Ну, тут, видите, есть характеристики прямо на коробочке. Метр. И, ну, поддержка вроде как Витчорджа. Соответственно, это у нас 2 ампера он поддерживает. Вот. Так, этот у нас сколько поддерживает, интересно? 2,1. А яблочный не написано, сколько он. Интересная, да, продукция, конечно. Так, эти по метру идут, а это вот Змей Горыныч 1,5 метра. Так, с этим ладно. Давайте вот с этого малышка начнем уже более такие вещи интересные. Ну, упаковка такая, симпатичная. Можно, как говорится, заказать куда-то там на прилавок поставить. Все брендированное, все красивое. Все это абсолютно официально продается на территории Российской Федерации. О, это у нас, наверное, проверять на подлинность. То есть, если вы думаете, что вам где-то подсунули фейковую продукцию, а китайцы, в принципе... Не чураются подделывать все, что угодно. Так, после нескольких минут борьбы, таки победа на нашей стороне. Это у нас, ну, 10 тысяч Powerbank. Судя по всему, судя по габаритам, он идет на, скорее всего, на аккумуляторах 18650. Здесь, скорее всего, 3 банки установлены, а здесь у нас платка для заряда. Так, что у нас здесь есть? Ага, это у нас microUSB, это Lightning и это Type-C, который работает в обои стороны. То есть он может как заряжать, так и через него заряжаться. И здесь у нас идет два USB-шных выхода. Один с поддержкой, верхний с поддержкой явно быстрой зарядки, и второй обычный. Ну, на месте Ромаса я бы откровенно сказал, вот здесь вот какой-нибудь цветом пометил, чтобы, допустим, там синий, и это у нас... квиковский, а здесь, допустим, обычный. Ну, тут у нас инструкция. Ну, 12 месяцев гарантии там, все дела. Знаете, как проверить, насколько хороший у вас Powerbank? Это делается очень просто. Берем провод, любой абсолютно, вашего телефона. И делаем вот такое вот движение. То есть вставляем, ну, допустим, сюда. Это что у нас? Lightning, вот так. Да? Вставили. И сюда вставили провод. То есть Powerbank ни в коем случае не должен сам себя заряжать. Вот так вот. Если он это начнет делать, сам себя заряжать, то, ребята... Берете сразу и дальше выкидываете. То есть у нее нет защиты от короткого замыкания. И если у вас вдруг там внутри какой-то случится КЗ на аккумуляторах, да, ну вспоминайте Теслы, которые при ударе загораются. Вот это то же самое. То есть если Powerbank начнет заряжать сам себя, то здесь привет пока. Можно и дом спалить. И, не знаю, там, и себя поджечь, в той же самой курточке вы топаете, да, и заряжая Powerbank, он у вас коротнул, и просто жопой вы вспыхнули, и не так, как вы вспыхиваете обычно в играх, да, когда у вас тиммейты полные раки, а в тот момент, когда у вас реально жопа горит. Вот такой вот у нас на 30 тысяч... Powerbank, упаковка очень хорошая. Опять-таки сбоку есть у нас QR-код. На что, я не знаю, но это надо смотреть, проверять.
Так, что у нас здесь? 9. 12 вольт, 1,5 ампера. То есть заряжать он будет нехило. Есть поддержка быстрой зарядки. Если у вас телефон это, ну, или еще какое устройство, планшетник там поддерживает, то заряжать он будет, мое почтение. Ох-ох-ох. Ну, увесистый, вам скажу, нехило. Такой таскать с собой, ну, я бы, наверное, куда-нибудь, если по командировкам вы мотаетесь, чтобы не драться там с соседом по какой-нибудь, по, не знаю, плацкарту, по купешке за розетку, да, вот такой зарядил, я думаю, вам, не знаю, до Владивостока хватит доехать и обратно приехать. Здесь у нас экран показывает он количество заряда на данный момент. Вот, вот здесь, о чем я говорил. Вот видите, квиковская зарядка. Квиковская. Она и это Quick Plus, наверное, который 12 вольт выдает. А вот это с двумя молниями, она, скорее всего, дает, наверное, 9 вольт, как подозреваю. Ну, проверять надо, ребят. Честно сказать, я это вот чисто мои догадки. Ну, здесь та же самая система. Micro-USB, Lightning и в обои стороны работающий Type-C. Вещь. Ну, блин, я даже вам не скажу, сколько она. Ну, наверное, килограмм точно. Ну, не килограмм, может, чуть меньше. Этот сделан аккумулятор на литий-полимерных. То есть, Powerbank сделан на литий-полимерных аккумуляторах. Вот. Хотя, я могу и ошибаться. Ну, я так предполагаю, потому что 30 тысяч набрать банками 18650, это, наверное, все-таки 10 штук. Я не знаю, как их тут вместить. Они хрен вместятся сюда. Хотя в два, ну не знаю, надо, может быть, даже его и расщелкну для проверки, на каких аккумуляторах он сделан. Да, вот еще бы инструкцию положили бы на английском языке, вообще топчик был. Но я так подозреваю, все-таки мне больше такие демо-образцы прислали, чем именно покупатель. Я, видите, от вас ничего не скрываю, если приехала на обзор, значит приехала на обзор, вот. Проверим все честно в, ну, буквально, не знаю, в течение там недели, я думаю. Недели на проверку мне хватит. Через неделю выложу полный обзор вот этих банок. Так, дальше. Ну, вот такой вот маленький-маленький пакетик. Что у нас тут внутри? Тут у нас внутри должно быть слот для сим-карт. Да, больше тут нет ничего. Это у нас Samsung, по-моему, опять 2016 года. Знакомая потеряла, я не помню какой, по-моему, вот эту она потеряла, да, и, ну, некрасиво это раз, во-вторых, в телефон налетает пыль, это два, из-за того, что у нее вот эта часть открыта. Но пошла она в салон, вот такая приблудина стоит 2500 рублей. В Китае стоит 150 рублей. Они, я не знаю, что тут на 2500? Из золота, может быть, из титана сделано, из чего? Что тут? Два куска пластмассы, 2500 рублей. Это просто можно очешуеть. Так, еще одна посылочка. Вот такая. Достаточно нехилых размеров. Здесь у нас в теории должен быть фонари. Должны быть фонари. Так. Фонари налобные, причем. Так, сейчас мы это все дело распакуем. Ой, китаец напаковал, конечно. Ну, ладно, тут, как говорится, прям подошел с большим рвением к упаковке. На скотче, наверное, на полстоимости. Так, да, это налобные фонари. Да ё. Сейчас мы будем их доставать. Их тут раз. Два. Три. Такого, видите, в друзьях Змей Горыныч у меня с трехголовой. Вот ему я и заказал эти фонари. Так, ну что, по кофейку? Обзавелся я кофеварочкой. Ну, не от Xiaomi, конечно, а от ее дочерней компании. За достаточно недорого, с Banggood.
С удовольствием теперь кофеек пью. Превеликим, я бы сказал. Ну, конечно, китаец, блин, за вот эти вот все мои потраченные финансы мог бы что-нибудь тут в качестве гифтов положить. Это вот. Так. Здесь у нас основная, так сказать, линза идет побольше. И вот это у нас дополнительные. И все они могут работать вместе. То есть, я думаю, один отдельно. Потом вот эта часть отдельно. И потом все вместе. Ну и традиционно все вот эти вот моргания, мигания. Работает все это дело на 18650 на батареечках. Так, ну это, так сказать, такая себе влагозащита. Минимальная, но есть. То есть я бы куда-нибудь в воду бы их явно не ронял, но под дождичком можно пробежаться. Тут что-то похожее на какой-то слот для зарядки. Да, но зарядка тут, конечно. Тут одна зарядка как смонтирована. Тут видите, центральный штекер, он куда-то в бок там уходит. Ну, в общем, как и положено, китайцам сделано все настолько, насколько это стоит. Так, ну что, давайте я сейчас возьму аккумуляторы, и мы попробуем их проверить. A few moments later. Сходил я, ребят, за аккумуляторами. Вот такие аккумы нам нужны, 18650. Их можно купить там в разных магазинах, можно заказать с Алиэкспресса. Самый, наверное, дешевый вариант, это ближайшую мастерскую, где занимается ремонтом там ноутбуков и прочих вот этих вот компьютерных делов, сходить. И там у ребят всегда за, так сказать, за жидкое золото или там за, не знаю, там конфеты, шоколадки можно всегда надыбать вот таких аккумов с ноутбуков. То есть ноутбучные аккумуляторы построены вот на таких банках 18650, 18 диаметр, 650 это длина. Вот. И там все это дело аккуратненько дербанится. Прямо вот аккуратно, от слова аккуратно. И все это дело запихивается. То есть в 90% случаев ноутбук, точнее аккумулятор ноутбука ломается не из-за того, что банки умирают, из-за того, что контроллер умирает. Поэтому, соответственно, банки в 90% случаев будут целые. Так, ну, сейчас мы пойдем делать доработки и, соответственно, опять вернемся. Итак, ребята, лайфхак такой есть для тех случаев, когда у нас батарейки тупо не достают до обоих контактов. Мы берем фольгу от шоколадка Аленка и используем не так, как его используют нехорошие личности, да, в плохих целях. А сворачиваем и вот здесь вставляем. Получается у нас такой контактная пита. И, соответственно, через нее будет работать все это дело. Ну, нет у меня сейчас под рукой фольги, шоколадки. Есть конфеты, но они негожие. Ну, и, соответственно, я использовал, не знаю, вот такую клепку от куртки или как она там. Ну, вы поняли, да? Ну и, соответственно, все это дело заработало. Вот так у нас светит основной. Вот так светит все 5. Второй режим у основного. Моргание. Ну и выключено. Ну, такой. Средней паршивости. Конечно, и... Тут он еще с зумом, ядрическая сила. А ну-ка, давайте попробуем. Ни хрена он тут не с зумом, хотя нарисовано. Нарисовано, что он крутится, но он ни хрена не крутится. Ну и на Т6 все это дело тоже не тянет. Скажу вам откровенно, полный это... Ой... Вранье и провокация. Нет тут никаких Т6, это ясно, понятно, как бы за эти деньги его быть не может. Так, ну давайте просто для проформы проверим хотя бы целостность остальных фонарей. Ну, вроде все цело. Сейчас еще один. Ну, тоже вроде все цело. Ну, вот такие вот вещицы, крайне полезные в хозяйстве. Вышли вы вечером на улицу с собакой погулять. Поломался у вас автомобиль.
не знаю, в лесу вы идете, тупо вечером идете, там, не знаю, поздно домой. Этот прожектор можно включить по дороге, и вы идете, то такой дальний будет включен, что все будут видеть, что идет человек по обочине. Ну или не по обочине, где вы ходите, я не знаю. Вот такие полезные штуковинки, вот такая вот длинная распаковка. Ну, ребята, просто посылок много, поэтому за 5 минут все это дело не распакуешь. Все, заканчиваем с распаковками. Если понравилась распаковка, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем в комментариях, чего вас там интересует, какие-то замечания и прочие полезные комментарии. Подписываемся на группу ВКонтакте. Ну а пока-пока.